Gennady, Triple G, Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин возобновил подготовку к бою с американцем Дэниелом Джейкобсом, передает корреспондент Вести.кз. В тренировочный лагерь Биг Бэр в одноименном городе штата Калифорния Головкин прибыл 3 января. До этого, начиная с 7 декабря, он находился в отпуске. В то же время Джейкобс без перерыва продолжал подготовку к бою с Головкиным. Американец нанял в качестве спарринг-партнеров сразу 3 заметных боксеров среднего веса. Готовиться ему помогает 28-летний украинец Евгений Хитров, 37-летний грузин Автандил Хурцидзе и 31-летний украинец с американским паспортом Сергей Деревянченко. Свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский. Наставник американца Андрей Рози заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195%. В преддверии поединка Джейкобс нанял еще и специалиста по питанию. 34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере, 33 нокаутом. На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы, 29 нокаутом и 1 поражение, который ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог. Российский боксер в интервью Вести.кз рассказал, какие сложности американец может преподнести Головкину.